гнев Божий. Много раз я встречал в Библии такие слова: «И разгневался Бог, гнев Божий пребывает на нем, грешники». Я понимаю, что Бог ненавидит зло, ненавидит грех, но почему Богу присущ гнев? Ведь гнев – это греховное чувство. Вы говорите, что понимаете, что Бог ненавидит грех, ненавидит зло, и чувство ненависти в Боге нас не смущает, а чувство гнева почему-то смущает. Чувство гнева и ненависти у Бога по отношению ко злу – это выражение неприемлемости, взаимоисключения добра и зла, света и тьмы. Бог абсолютно свят и живет в неприступном свете, и всякий грех, то есть всякое беззаконие и нарушение его святых принципов, идет вразрез с его природой. Свет проявляет нетерпимость по отношению к тьме. Они не могут уживаться на одной территории. Бог не приемлет зла и греха. Он создал человека для общения с собою, и нарушившие этот план непослушание человека заставило Бога отвернуться от впавших в грех людей до тех пор, пока они не примут его план восстановления правильных отношений с ним. Жить не под гневом Божиим может только тот, кто принял условия удовлетворения его абсолютной святости, то есть жертву распятого за него на Голгофе Сына Божьего Иисуса Христа. Гнев Божий всегда будет на грехе и его родоначальнике дьяволе. И если грех живет в человеке, справедливый гнев Божий пребывает на таком человеке. Но Бог тут же предлагает метод исправления положения. Его любовь к человеку больше гнева. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Не до конца гневается и не вовек негодует.